Спасатели Якутии в этом году спасли более 600 человек. Сегодня сотрудники отделов гражданской обороны, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям республики и сотрудники службы спасения Якутии провели круглый стол. Участники обсудили передовые методы оперативного взаимодействия, вопросы применения авиации и перспективы снижения времени реагирования на ЧС. Отметим, что за 11 месяцев этого года в Якутии спасатели провели более 1500 выездов, из них 1100 в районы республики. Спасено 645 человек. На данном круглом столе мы очень глубоко проанализировали нашу работу, совместную работу за 2016 год, поставили задачи на 2017 год и обсуждали проблемные наши вопросы, выработали алгоритм наших совместных действий по проведению поисково-спасательных работ.